Сегодня в меню блины с тунцом. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Молоко 2 стакана. Сметана 2 столовые ложки. Зеленый лук 5 грамм. Соль 0,5 чайных ложки. Черный перец по вкусу. Сахар 0,5 чайных ложки. Мука пшеничная 1 стакан. Майонез 1 столовая ложка. Сода пищевая 0,5 чайных ложки. Масло растительное 2 столовые ложки в тесто. Яйца куриные 3 штуки, 2 в начинку, 1 в тесто. Тунец консервированный 200 грамм в собственном соку или в масле. Для теста понадобится молоко, мука, яйца, немного сметаны, сода и соль с сахаром. Для начинки используйте консервированный тунец в собственном соку, отварные яйца и зеленый лук для остроты и пикантности. Тунец можете взять в масле. Блюдо получается очень сытным и вкусным. Если будете готовить закусочные блинчики для гостей, все оценят по высшему баллу. Подготовьте все ингредиенты. Приготовьте блинное тесто. Вбейте одно куриное яйцо в миску, всыпьте сахар и соль. Взболтайте яичную смесь при помощи венчика. Добавьте сметану и всыпьте соду. Еще раз перемешайте тесто. Влейте половину порции молока. Всыпьте в тесто просеянную муку и размешайте венчиком, чтобы не было комочков. Влейте оставшееся молоко, немного растительного масла и перемешайте до однородной жидкой структуры. Тесто готово. Сковороду смажьте маслом и пожарьте блины с двух сторон. Для начинки сварите вкрутую яйца, остудите и почистите. Нарежьте яйца мелкими кубиками. Зеленый лук мелко нарежьте колечками. Достаньте тунец из банки, разомните вилкой. Сок не понадобится. К тунцу всыпьте яйца и лук, перемешайте. Добавьте в начинку майонез, черный молотый перец, перемешайте. По желанию немного посолите. На каждый блинчик выложите по одной ложке начинки и заверните. Заверните все блинчики с начинкой. Вкусные и необычные блины с тунцом будут к месту, за праздничным столом или семейным ужином.
Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!